Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Ютаро 365. С вами я, таролог Юлия, как всегда на моем канале. И сегодня у нас расклад дня для вас. Давайте начнем, посмотрим, как у вас пройдет сегодня день. Поехали. Что от сегодняшнего дня вам ожидать? Итак, давайте будем смотреть. Сейчас я вам подвину ближе карты. Смотрите, значит, сегодня мы ожидаем что? Во-первых, я бы сказала, что сегодня есть вариант, не зря это понедельник, решить какие-то вопросы. По счетам заплатить, либо договориться о каких-то финансовых событиях, да. Это могут быть большие крупные покупки, удачные покупки. Вы сегодня, самое главное, должны, когда покупаете что-то, быть с достаточно холодной головой и очень правильно расценивать. Сравните несколько цен, если собираетесь что-то покупать. Если нет, это тоже может быть какой-то либо какая-то финансовая хорошая новость, либо это какая-то очень удачная сделка в каком-то плане, да? Это может связано быть с работой, удачный договор, контракт, все что угодно, да? Сегодня это все произойдет. Также я хотела бы сказать, если можете, уделите внимание своей семье. Сегодня обязательно не отчаивайтесь, сегодня не крусите, постарайтесь сконцентрироваться на том, что жизнь все-таки у вас достаточно не так уж плоха, да, как вам кажется, возможно, на самом деле, да, она не так уж плоха. Еще что, каким будет день для вас? Да, здесь, знаете, больше надо постараться отдыхать, не волнуйтесь, все, в принципе, по судьбе у вас должно сегодня пройти нормально. Сегодня день такой, знаете, не стоит заводить комбайн ради одного колоска, поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны к себе, прислушивайтесь, не перетруждайтесь, будьте счастливы сегодня, радуйтесь всему. С вами была Юлия, показываю вам розочку из вазочки, девчонки. И на этом завершаю этот прекрасный, шикарный расклад. Всех вас целую, обнимаю, желаю вам замечательного дня. Будьте счастливы и пусть все у вас будет прекрасно. Обнимаю вас.